О главных событиях столицы Заполярья читайте на страницах свежего выпуска главной городской газеты. Прямо сейчас. Анонс вечерки. Когда очистят крыши домов от сосулек? Читайте в «Вечернем Мурманске», каким управляющим компаниям пора готовиться к крупным штрафам. Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин побрился наголо, проиграв спор о результатах выборов президента. С кем вице-губернатор поспорил и кому еще из политиков пришлось побриться после выборов? В Мурманске мошенники маскируются под сотрудников федеральных ведомств. Преступники предлагают доверчивым гражданам получить налоговую компенсацию, которой не существует. О том, как не попасться на удочку мошенников, читайте в новом выпуске «Городской газеты».